Что же, ребят, всем привет! С вами снова я, Артём, и мы с вами продолжаем проходить Mass Effect 3. Как вы понимаете, да, я, в общем, себе починил, в общем-то, компьютер, соответственно, да, установил этот кулер, ну, как бы, не я установил, мне, в общем, помогли с этим. И, в общем, соответственно, мы с вами продолжаем. В общем, теперь у нас канал в привычное, скажем так, русло возвращается. То есть теперь у нас, соответственно, да, так же, как и выходили, я надеюсь, будут выходить, в общем, прохождения. По поводу, собственно говоря, них я вам что хочу еще сказать. Я слегка думал, что у нас будет все посложнее. Так, топливный реактор, окей. В том смысле, что, например, Resident Evil 4, у меня там, как казалось, пропала только одна серия. То есть, ну, как сказать, пропала. У меня загрузились сейвы, в общем-то, да, из Стима. Я, если честно, этого вообще не ожидал, то, что не загрузится. Собственно говоря, серия, которая, где мы этого Мендеза убивали, в общем-то, вот ее мы, в общем, перезапишем. И, соответственно, с вами дальше пойдем. То есть, у меня как бы не полностью все сейвы слетели, чтобы вы понимали. И, соответственно, теперь можем, соответственно, продолжать его тоже, в общем, туда проходить. По поводу вора я там прошел. Также, да, еще по поводу вора я на него несколько модификаций установил, которые очень даже классно улучшают игру. Соответственно, да, прошел там, в общем-то, ту миссию, где мы, в общем, с вами закончили. Так что, в общем-то, вора, соответственно, тоже ждите. Ну и по поводу Mass Effect, как вы понимаете, я вам уже говорил, что у меня сейвы, как бы, они как есть, так и есть. То есть я их нигде ничего не потерял, никуда они у меня не знаю, там, в темный ящик, в общем-то, не упали сами по себе. Или там, не знаю, там, в долгий, да, ящик не упали сами по себе. Поэтому, собственно говоря, можем продолжать. Так что, ребят, такие дела. Также еще, да, напишите мне. Мне будет очень интересно, хорошо ли вам меня видно. То есть, как вам лучше видно, когда у меня, в общем-то, вебка стоит на мониторе, вот именно как сейчас, то есть, либо же, когда у меня стоит под монитором, вот как на прошлых видео было. Вот как мне кажется, то лучше всего все-таки, когда она вот так вот сверху лично вот меня снимает. Но, естественно, решение как бы основное, но за вами. То есть, я как бы стараюсь, естественно, чтобы вам было лучше. Так что такие дела. Поэтому, в общем-то, мы сейчас полетим на вот эту вот миссию, которая у нас дополнительные топливные реакторы. Вот сюда вот на Циону. Нужно будет еще потом просканировать всю эту местность, правда. Ну, в принципе, не страшно, сделаем. Так, у нас там какая броня-то была? Я уже и не помню. Так, обычная? Да ладно. Похоже, да, обычная. Ух, ничего себе обычная. С визором, видите ли. Ладно, сменим. Сменим там между сериями как-нибудь. What happened to the troop station there? Unknown, but no fuel means no fleet presence in this theater. The enemy will operate unchecked. I need you to get in there, find out what's going on, and get those reactors back online. Captain Riley's on site doing preliminary recon. She leads one of our top engineering teams. We'll get to the bottom of this, Admiral. Good, hack it out. Commander, Corporal Nyrek reporting. Captain Riley is on point waiting for you. Так, где этот Райли-то ваш? Так, карты нету, отлично. Просто, блин, замечательно. Так, это просто солдат. Так, не-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 не. Куда это я? We need a radiation workaround, soldier. Captain Riley? Commander, it's an honor. Commander, Captain Riley has me scanning the facility. It's a dual reactor system, so you'll have to break up into two teams. Roger that. The fuel rods for both reactors need to be unlocked before we can initiate a restart. Your route is blocked. Captain Riley's man is working to clear the obstacles. Understood, Lieutenant. Got it, Captain. Good work, Coslow. Ready your team to hit reactor two, Captain. Got it. We'll cover you until you're clear. Mm-hmm. То есть вот так вот, да? Ну, прикольно. Что могу сказать?
Mm-hmm. Good luck, Captain. Интересно. There were 100 Turian stations. Так, запчасти. Even the bodies are gone. Actually thankful for that. Just stay sharp, people. Directional guidance error. Или их так все надо, да, перетаскать? Так, камера пишет? Камера вроде пишет. Да, их тут два, их тут надо было все так перетаскать. Let's unlock those fuel rods. Так, КПК еще. Ну, 3000. Ничего себе, КПК, видите ли. Fuel rods unlocked here. Wait a minute. Commander, Captain, checking movement in your areas. Defensive positions. Enemy inbound. We're ready for them. Так, кто противник? Где противник? Жнецы, значит, у нас тут, да? Так, а ну-ка. Кто вас там подзаряжает-то так, а? Прям смотри, какая хрень кто-то подзаряжает. Да, да. Да, господи, ты попадешь-то в него сегодня или нет? А, вот вас что подзаряжает, окей. Окей. Хорош. Райли, статус. One casualty, but we're clear here. Warning. Leaks detected. Reactors 1 and 2. System restart impossible. I can see it. You both have to seal all the moderator tanks. I see the reactor 2 tanks moving to seal. Так, значит, тут нас жнецы, видите ли, а нет, не Цербер, ни разом. Угу. Первую открыли, вторую сейчас откроем. Готово. Affirmative, awaiting your word. Initiating restart. Commander, Captain, I'm reading a lot of movement. Headed your way. Incoming. Опять кто-то приближается. Round two. Here we go. They're coming in from above. Да good. Какие же вы быстрые-то, а? Угу. И ловкие-то, посмотри-ка. Уворачиваются.
Так, похоже... Нет, не все. Нет, это еще далеко не все. Вот теперь все. Да. Дайте Гаруса. Ну да. Против твари, конечно, Лера очень сильно, по-моему, зайдет. Надеюсь, что с ней справимся. Патронов уже нет почти. Но патронов у нас когда много было, правда? А вот почему я его не могу это через препятствие перекинуть? Так, ну все уже, хватит тут выпендриваться. Так, где у нас там рандеву в ЗР? Запустить последний отчет. Первый уровень. Так, а через этот-то безопасно бежать, мне интересно? Вполне. Как оказалось, вполне. Commander, you saved our asses. My team is in your debt. Job well done. Report back to the shuttles. Так, сейчас пойдем, давай-ка решим эту вот, проблемку нашу. Так, давай сейчас пойдем глянем, что у нас. Так, горн еще новое. Улучшенное топливо для космолета. У нас, кстати, уже 4000. Почти с половиной. То есть это довольно дофига. Сейчас давай-ка глянем, пойдем, что у нас с броней. Потому что я вот этого юмора не понял. По-моему, я этот же ведь комплект дракона на себя, да, в прошлый раз одевал. И он, кстати, здесь, он купленный. То есть это не как DLC. Поэтому это вот очень странно, то, что он, то есть, не, ну, не хочет мне давать мой обычный вот этот вот, собственно говоря, комплектик. Ну, давайте сейчас я там в коллекционере побегаем. Так-то, почему бы нет? Собственно говоря, вот в этой вот нашей в броне. Может, конечно, из-за того, что я просто сейвы перенес, как-то он это сбросился. На начальное, по сути. Так, что у нас по отряду? Мы, кстати, тут много чего можем прокачать. Мастерство нападения, скорее всего, да. Можно использовать два умения подряд, при этом первое с 15 вероятностью не потребует времени на восстановление. Вот это прикольно. Вот это интересно. Давай-ка вот это качнем лучше. Я так думаю... Так, здесь, да, нам нужно еще все посмотреть. Вот тут у нас что-нибудь есть, например. Так, короче. Просто иногда эта камера... Не знаю, там как-то ее там программа сама вырубает.
конечно, лучше всего нужно будет искать какую-нибудь другую, скорее всего, программку. Но я, по-моему, их все перерыл. Так, тут у нас чего? Да ладно, тут у нас ничего нет. Ну прикольно. Вот это вот я вам скажу прикольно. Ладно, давайте тогда полетели к гетам. Вот сюда вот. Наверное, еще одну миссию вот эту сюжетную пройдем. И, наверное, все. Будем уже заканчивать. Постепенно. Ранах. Так, спасти адмиралов, либо же отключить сервер. Давай сначала сервер отключим. Так, ну, набор у нас, как всегда. Это Ли, это Лиара и Гарус. Все-таки наши самые первые компаньоны. Ну, в смысле, которые это еще в первой части у нас были. Mass Effect. Так, бронебойные тебе нужно качать? Ты как думаешь, а, Гарус? Так, прокачаю все-таки. Так, а больше ничего тебе, да, не могу. Тебе деформацию, ясен пень. До конца вот это, чтобы он по дамагу больше была. We remain undetected on encrypted geth channels. Resistance is likely only within the server. Within? It's that big? You misunderstand. Direct virtual interface is necessary to extract geth from the server. You must enter our consensus. You want me to virtually interact with the geth? That's one way to get their attention. If it doesn't kill you. I'm not a machine. How do I go into a virtual world? Your species has experimented with virtual interfaces. You saw this on Project Overlord. I saw how it almost unleashed a rogue AI-human hybrid on the galaxy. We have refined the interface they created and have equipment from Normandy to facilitate safe contact. We request your trust. I have your back, Legion. Even if I don't quite understand why you need it. You are an unknown. This is an advantage. Geth security is not adept at targeting organic thought processes. While we occupy the system's intrusion countermeasures, you will disable the squadrons by removing Geth from the server. If it saves the live ships, we've got to try it. Telemetry data predicts this operation has a high chance of success. There is little time. We will bypass security while you secure safe landing. Wait, you're not going to... I guess it just did. This is it? Yes. Hostile Geth fighter squadrons are networked to this server. Due to restricted resources, it is best if you connect alone. Hmm.
Let's do it. Initiating peer network integration. Proceed to docking port. Mapping to consensus. Remain still. Shepard Commander, access movement during an upload is discouraged. Shepard Commander, we acknowledge your integration into the server. We welcome you to our consensus. What is this? We've installed filters to allow you to make visual sense of this server's raw data. Your mind perceives our world as something familiar. I wouldn't call this familiar. Where are you? Here. You look different. We have made ourselves visually distinct for your convenience. What about Geth already in here? You will perceive Geth as surveillance footage, audio logs, sensor records. We do not require bodies, as our software communes. Our hardware is merely a tool. This is our true world. As we remove Geth, it will grow dark. And what does turning off the lights do to the Geth back in the real world? The Geth fighter squadrons communicate with platforms on their spacecraft via this server. We will sever that connection. We will ensure there are no transfers or backups. This server will fall silent. This is like wiping out a city, isn't it? We have no choice in this matter. It is a question of survival. There are two communication nodes on the server. We must access them to disable the hostile Geth's fighters. We must protect your exit port, but you will not be alone. We will maintain contact and assist. Establishing connection to access point. Warning, connection blocked by infected code. Use our combat software to disrupt the infection. I wondered what the gun was for. This foreign code is a manifestation of the old machine signal. You're surprised the Reapers are all over your servers? We did not anticipate such extensive infection. Okay, I've got to ask. Why a gun? We wish to provide familiar equipment. Then thanks, I think. Прикольная миссия, на самом деле. Довольно прикольная миссия. Connection established. Proceed to the access point. Их тут таких несколько. Естественно, то есть таких вот именно... Establishing connection to communication node. Как бы сказать, этих комнат. Правда, я не понимаю, зачем мы брали этих напарников на эту миссию. Вот, вот совсем не понимаю. Потому что они тут, в принципе, вообще не нужны. Так, да тут не доходит. Тогда мы поедем сюда. Так, а вот тут, тут нечего делать. Пока вы к массиву данных доступ не получите, не можем сюда идти.
А как к вам, к этому массиву данных дать доступ? Я, конечно, могу еще что-нибудь поломать. Вот вопрос в том, нужно ли мне это. А, вот так вот. Понятно, окей. Значит, вот так вот. Теперь куда? Угу. Вот сюда вот. Ну да. Все чуть понормальнее. Надеюсь, вы меня видите нормально. В принципе. Тогда все записывается. By opening fire on attacking creators, it saved simpler domestic and following it. That looks a lot like the sniper rifle you used to carry. Вот встал недавно. Поэтому зеваю еще чуть. It is an efficient model. Establish your connection with the remaining server node. Так, что, еще одна такая будет? Нет? Окей. Еще одна, смотри-ка. Не, прикольные миссии вот эти вот, то есть... Я правда не понимаю только вот одной вещи, зачем здесь... Target the vulnerable points of the infection to slow its replication speed. Так, это восстанавливаться. Да, восстанавливаться она будет. Прикольные миссии такие. Я, правда, не понимаю, зачем здесь этим напарников брать на нее. Это как-то, если честно, для моего понимания... Сложно чуть. Disrupt the infection at this spot. It will slow regrowth long enough to access the data cluster. Да тут не дотягиваюсь.
пушка этой нашей. Так, ага, значит, мы вот этого должны сначала, получается, уничтожить. И теперь только вот эту вот штуку, да? Угу. Понятно. Угу. И что еще? Еще вот это вот, наверное. Так, да. Похоже, что все делаем правильно. We have kept records of these creators' sacrifices. They have largely been forgotten by their own people, but not by the Geth. Еще одно ядро. То есть вот такое же, да? Сейчас, сказали они. Так, значит... А вот мне интересно, почему жнецы, они не сделали весь этот организм как бы самовосстанавливающимся? То есть они, конечно, очень интересно сделали, они, короче, как бы главное вот они защитили, вот эти вот узлы. А узлы, которые защищают вот этот главный, они почему-то не защитили. Это вот, как мне кажется, это странновато очень. Ну, эти, в смысле гетты. Как-то для машин, которые как бы там живут там несколько тысяч лет, там, да, там несколько там триллионов лет. Это, конечно, да, я понимаю, зачем так сделано, как бы именно в игре. Ну как-то это, как мне кажется, очень странно. Так, куда мне топать? Куда топать мне? Или смотреть пока надо, да? Legion, that's back when I activated you on the Normandy. Yes. You've been thinking about when we met? It was highly significant. You were the first organic to openly cooperate with Geth since the end of the Morning War. We wish to ensure you are not the last. It's not going to be easy. The prospect remains. If the Reaper presence is removed, there is a chance of reunification with Geth. And perhaps creators. You think that's still possible?
Hope sustains organics during periods of difficulty. We admire the concept. Connection with the remaining system is established. We are ready to transport you. Something's happening to the Geth. Так это ж уже было. Все, что ли? Готово. Пойдем сначала... А, ну тут, в принципе, без разницы, да, куда? Куда идти? Было. Так, что, сейчас проснемся, да? Да, на шею поразметь. Did it work? Geth fighters have been disabled. Any remaining squadrons attacking the live ships have withdrawn. The server is offline. Are you sure? What's happening? We have transferred Geth programs from the server into these platforms. Why? They wish to join us. That's convenient. While Shepard Commander removed the Reaper infection, we judged we could persuade hostile Geth programs to reunite with ours. We were correct. These Geth have renounced the old machines and will oppose the Reapers. They are now us. Why didn't you tell me any of this? We did not doubt you. We doubted your allies. The Creator's actions have placed their species in danger. But they are unsympathetic to what it has done to ours. The Quarian sanctioned this operation to save their people. They would not have done so if they knew we wished to preserve Geth as well. I understand not wanting to leave anyone behind. You accept our actions? The live ships are safe and we have more Geth on our side. We both did what we came to do. We judged you would understand. Prime units will be available once the Reaper signal has been located and destroyed. Remind me to warn Admiral Hackett, he's got some primes coming. Let's get back to the Normandy. Impressive, Commander. The Geth squadrons attacking our live ships have been completely neutralized. If there is any chance we could duplicate the feat, I would be happy to lend my expertise. Legion's the one to ask if you're looking for other servers. I thought as much, but your Geth claims to have no data available whenever I inquire. Perhaps you can help me with something else. What's that? How did you get Geth Primes to work with you? They volunteered. I see. Well, should you wish to examine these Geth to confirm their new allegiance, please do not hesitate to contact me. Zen out. Так, что у нас там по этой... Commander, we've located the Reaper base transmitting the local signal. Good. And not a moment too soon. With the Reaper code upgrades, the Geth are tearing the fleet apart. Once the signal is disabled, the Geth will pose no threat to Creator forces. You sound conflicted. While the old machines have unethical purposes, their upgrades have vastly improved our people. Observe. The Geth processing signal. A single unit, I believe. Correct. Now, 10 nearby units networked cooperatively. Now, a single Geth unit with the old machine upgrades. That's a fully evolved AI. Yes. We do not agree with the goals of the old machines, but we find this growth beautiful, indicative of life. It is. Commander! I witnessed their history, Admiral. The Reapers sped up the process, but the Geth were always moving this way. And they will die when we destroy the base. They allied with the Reapers. To save themselves from you. Maybe they don't have to die. After what I saw on that server...
I don't know. Maybe there's another option. Commander, are you suggesting... I'm not suggesting anything. All I'm saying is, maybe they don't all have to die. It's a moot point until we take out that base. The surrounding area is heavily fortified, and they have placed jamming towers to prevent orbital targeting. Sounds like we're going in on foot. Admiral Zen developed a laser guidance system that can cut through the jamming. It's synced to the Normandy's targeting computer. So the Normandy launches a precision strike at whatever target I have painted. That ought to do it. Edie, this work for you? Yes. It should enable us to make a precision strike against the Reapers. And anything else in our way? The Geth will quickly reconfigure their jamming towers to neutralize this technology. You should not use it before reaching the base. I've sent the coordinates for the Reaper base. Are we clear to go? We still haven't gotten a rescue ship to Admiral Kurse. Can he wait? We're suffering heavy civilian casualties without him there to organize them. But we'll do what we can. This is your operation, Commander. If you want to strike now, you've got my support. Commander, I gave Admiral in to Hackett's reckless behavior Bitcoin. Beforehand. The patrol fleet isn't moving. Так, а Заря у нас еще, доктор Желез. И в Гетах еще, взвод Праймов. Ну, правда, да, что-то как-то маловато они прибавляют. Throwing more ships into that mess just puts more lives at risk, Admiral Garrel. Fine. I'll pull back the heavy fleet. And when we're taking fire from both sides, those deaths are on your heads. Thank you, Commander. It's difficult to keep him in line. Commander Shepard, something you need to talk about? Nothing more, sir. Ясно. Окей, лады. Я просто как бы думал, что он сам хочет со мной о чем-то поговорить там. Но, казалось, нет. Так, ну и что, я думаю, на этом с вами закончим эту часть. Так что, ребят, такие дела. Я, в общем-то, надеюсь, что вы рады, что я, в общем-то, вернулся так довольно быстро. Соответственно, я себе все в компьютере поменял. Соответственно, все у нас возвращается в привычное, более-менее привычное русло. То есть я постараюсь как бы это свой график, как бы его, соответственно, проанализировать те дни, в которые я могу быть свободен. Соответственно, в эти дни можете ждать, соответственно, остальных видео. Так что, ребят, такие дела. На этом всем спасибо. С вами был я, Артём. Подписывайтесь, ставьте большие пальцы вверх, ставьте большие пальцы вниз, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте, рассказывайте о канале друзьям. Добавляйте видео избранное. Всем за все это, как всегда, большое-большое спасибо. И всем на этом, ребят, до свидания. Всем на этом очень большое пока. We'll be right back.